Сегодня, 15 октября, примерно в 6:35 утра, на 20-м километре по дороге Заозерный, Новая Солянка, водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигаясь со стороны села Гнырянка в направлении села Новая Солянка. По предварительной информации, не справился с управлением, допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на препятствие дерева. В результате дорожно-транспортного происшествия три пассажира данного автомобиля погибли на месте. Один пассажир и водитель были доставлены в районную больницу и госпитализированы в хирургическое отделение. В настоящее время сотрудниками дорожно-патрульной службы на месте осуществляются распорядительные регулировочные действия. Сотрудниками следственного отдела проводится проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Исполняющий обязанности начальника ГАИ, капитан полиции Михайлов.